самым важным учителем своей жизни, я считаю, заочек по воспитательной работе из нашей школы Екатерину Владимировну Черняеву, потому что мы с ней проработали бок о бок 3 года, и этот человек поставил меня, как грубо говоря, на путь истины. Она меня сподвигла на то, чтобы идти в педагогический университет и поступать на учителя истории. Дана Ишмакова, первый курс и Яза.